Еще ряд матчевых эпизодов, разобранных на заседании судейско-экспертной комиссии, состоялся в рамках 27-го тура премьер-лиги. В одном из них, а именно между талдыкорганским ЖТСУ и гостями из Астаны, произошла ситуация, когда по сигналу ассистента главного арбитра Рустама Суюнова рефери матча не засчитал гол, забитый нападающим хозяев поля Мартином Тошевым. Скрупулезный разбор ситуации экспертами, а также приглашенными специалистами стал поводом для вердикта о том, что взятие ворот в исполнении Тошева состоялось в строгом соответствии с правилами игры. Соответственно, гол Мартина был отменен совершенно не по делу. Второй ассистент ошибочно зафиксировал положение вне игры. Не увидел игрока, который находился ближе к линии ворот, чем мяч. И как бы ошибочно отменил гол, который был забит правильно. Игроки команды, не услышав свиста, продолжили матч. И мяч оказался в сетке ворот. Не услышали по причине того, что громко кричали зрители. Тем не менее, хочется еще раз подчеркнуть, что гол был забит в рамках правил, и ассистент ошибочно зафиксировал положение вне игры. К сожалению, ассистент допустил ошибку в несложном эпизоде. И данная ошибка повлияла на результат матча, не на исход. И поэтому ассистент понесет наказание в виде неназначения на последующие два тура.